Привет, ребят. Вернулся я к просмотру игрока Ем Школьников. Вернее, он к нам вернулся из того мира, в котором сидят аккаунты заблокированных игроков. Игрок этот уже был на нашем канале, был заблокирован. Это было зимой, и в начале весны его блокировали. И вот сегодня он к нам вернулся. Я не знаю, как это происходит. Представители разработчиков, а именно Game Мастера и GeoFox, в частности, объясняют это тем, что аккаунт игрока взломали, и они вернули его владельцу. Хотя после списков блокировки есть такая сноска. Даже если ваш аккаунт взломали, это не спасет его от блокировки. Выход какой? Не допускать взлома. Так почему же мы отдаем назад аккаунты? Ну, я не верю, чтобы Гуччи Гай взламывали его, чтобы этого взламывали Ем Школьников. Вот парень опять читерит. Давайте наблюдать. Я на скорости 0.5 сделаю, потому что он слишком так круто вертит башни, что не успеваешь понять. Смотрите, как он реагирует. Да, ну пока вроде бы как все по-честному. Да, подсветили, отреагировал. Это на скорости 0.5. Видите, по маркерам смотрит. Я вижу, что он смотрит по маркерам. И танков вокруг очень много. Он видит танк. Слева стоит. А захватил который, да? Он стоит и не уезжает. Сейчас ускоримся. Танк там стоит. Видите, он Шермана увидел. Не стал работать, потому что он заехал за дом. Он двигается вот этих отъехать. Вот видит, вот видит. Того не стал трогать, потому что тот за кустами. Да, парень стал теперь немножко поосторожнее, да? Но палево все равно будет. Давайте смотреть и анализировать. Чапик поехал, да? Там его было видно, конечно. Игрок осматривается, чтобы сзади ему никто не двинул огурца. Блять, зенитку не пробил, красавчик. Пока все в рамках правил, да? Но вот дым, зенитка, сейчас посмотрим. Замедляем. И вот он за ней ведет. Потом он понимает, что там дым. И перестает вести. Хотя пулеметом, если вы скажете, да он ее нащупывал и вел за ней. Так что он тогда до конца не повел за ней? Он же ее нащупал? Нащупал. Вот здесь игрок разворачивается. Для чего? Сейчас посмотрим. Он увидел там несколько танков, да? Вот сейчас был подсвет. Танк уничтожили. Ну. Калкат. Мы его видим. Он осторожненько поворачивает, да? Он знает, что он тут стоит. И прицельчик. Видать, здесь он использовал тайминги. 4.15 обычно Хелкат тут должен был быть. Ну, немножко раньше приехал. Следующий Хелкат. 4.30 или во сколько там? А, зенитка приехала. Ну, это неплановая проверка какая-то. Зенитная техника появилась непланово. Вот Хелкат двигается за дымом. Будем реагировать на него? Будем. Но мешает техника. Зенитка. Не успели. Не успели. Хотя по таймингам мы чувствовали,
что там едет Хеллкат. Тайминги — это такое дело, что их надо чувствовать. И не каждый это может. Так, ускоряемся, ускоряем ремонт. Вот здесь сейчас будет Центурион ехать. Видите, двигается Ганнер 49. Вот уже чуйка пошла. То есть по таймингам он походу должен 5-10 где-то подъехать. 5-15, возможно. Мы сейчас замедлим скорость, да? Я не знаю, это чувство тайминга или это нюх у него сильно развит. Вот мы сейчас двигаемся к нему, прицельчик выводим, вот уже мы раз, видели? Центуриона еще не видно, но игрок-то использует тайминги, поэтому ему можно прицеливаться. Молодец. Спортсмен. Радар нам подсказывает, что с той стороны тоже стоит М-18. Но как-то нужно по нему отработать так, чтобы он не понял, что мы пользуемся секретными разработками. И вон по таймингам вышел срез по танчик, тоже М-18. Вот-вот-вот мы сейчас ствол на него попытаемся навести. Вот той стороне. Однозначно. Нет, это магнитное поле подсказывает. Это не тайминг, это магнитное поле, ребят. Конечно, нам всего это знать мы не можем. А вот, смотрите, выезжает здесь. Здесь, скорее всего, наверное, тайминг. Я не знаю. Наверное, тайминг, потому что 6.00 обычно тут хелкаты появляются. Опаздывает хелкат? Да, опаздывает. Порядок. Там обери дальнего. Нет, не хочешь? Ну, давайте ускоримся. Ой, блядь, за двумя зайцами погнался, ни одного не поймаешь. Кайдзин, ну что ж вы нам ломаете повторчики? Опять ломают. Откатываемся, да? За кустом Хеллката не видно, но... Тайминг, блядь, какой тайминг? Нюх, наверное, или подсказывает, что надо откатиться. Надо же еще скрыть технологии, чтобы он не видел. А вот теперь можно работать. Не? Как же, блядь, я не знаю, смотрю на этих читеров. Как же, сука, это сложно делать вид, что ты не читер. Как же ты боялся, сука, на Хеллката выехать, да? Я офигею, ё-моё. Ого. А там этот нюх подсказал, что танк стоит. А работать нельзя, да, парево? Нюх нельзя раскрывать. Сделаем вид, что мы не знаем, что там танк стоит. Поедем как куда-нибудь. Никого, что ли, уже не осталось? Одни летчики остались, Хеллкат. Мы об этом знаем. Вот опять у нас срабатывает нюх, радар, магнитное поле. У нас еще срабатывает магнитное поле. Ты какой-то, блядь, не знаю. Мини-МРТ, что ли, там стоит у тебя в башне? Томограф? Магнито-резонансный, что ли? Откуда ты вот
понимаю, что там танчик стоит. Все, конец боя. До новых встреч. Пока-пока.